сейчас. Наслаждайся жизнью сегодня в этот час. Позвони близким и признайся любви. Не желай плохого, не делай злая. Сегодня лучше, чтобы думали люди. Упомянул ты, тогда и мы все будем. Возьми ответственность за то, что ты несешь в массы. Ты человеком независимо от своей расы. Будь человеком независимо от своей веры. Всевозможных предпочтений и других барьеров. Я верила страхам, а только мечтам. Внутри себя доброй души возводила я храм камень.
спрашивали, когда брали интервью, как я выхожу, переживаю ли я, что я хочу передать. Вы знаете, я выходила только с одной мыслью. Я очень хочу отдавать все, что есть, любовь, песни, смыслы, чувства. И я знаю, я чувствую, что вы мне ответите взаимностью. Это самое прекрасное. Я так долго ждала этого дня. Вы знаете, многие знают, что путь к этому дню был тяжелым, печальным, но сейчас хэппи-энд, и я рада, что наконец-то я могу ощущать. Ромашка, спасибо большое. Эта песня будет обязательно с поборной. В общем, что сказать? Я никогда не готовлю речь, вы знаете, я могу забыть слова, я очень сильно в этом поводу переживала. Я вас просто люблю, и вот независимо от того, какая площадка. Что-что? На любой площадке я всегда чувствую, что мы единое целое. Маленькая она или большая. И еще очень хочется сказать, были большие залы, тысячные залы. Я сейчас очень сильно переживала, это такая некая, да, новая ступень. И мы часто с Евой об этом говорим, и я говорю, что взлет, он есть, он будет, и он будет просто невероятных высот, но ты всегда будешь помнить вот это самое первое время, когда все только начиналось. И ты всегда будешь вспоминать, как лучшее время. И вы знаете, я это проходила один раз со своим прошлым проектом, я это прохожу с Евой сейчас. И вы знаете, я это прохожу сейчас еще раз, третий раз, и я за это благодарна. Спасибо вам большое. Я посмотрю на следующую песню. Ничего, что я сяду на колено? Смотрите, я хочу прочитать вам стих. Я не знаю, когда легче, когда сплю или брожу, до знакомого проспекта свою душу ножу. Как же ты умеешь ловко протыкать насквозь любовь. Сердце бьется об бокалы, не запьешь ты чувства вновь. Не избавишься от боли, стыдно будет, говорю. Слава Богу, без ошибки, не пошли мы к алтарю. Я тебя благодарю, вечное тебе спасибо. И, возможно, без тебя долго бы меня носило. А теперь я знаю толк, что к чему как подается. В моем доме чистота и любовь не продается. Мы
И, конечно же, как мне кажется, девочки заслуживают отдельных аплодисментов, потому что это просто потрясающе. Спасибо вам большое. Я вас очень всех люблю. Так, нелюбимые и перед нелюбимыми, с вашего позволения, я тоже прочитаю. Я хочу, чтобы было как раньше. Но как раньше уже не будет. Я хочу, чтобы прошлое помнило, оно ведь нас никогда не забудет. Я хочу, чтобы ночи длинные стали намного короче. И теперь совсем нелюбимые мы меняем так быстро свой почерк. Невыносимо жарко. Хочу с тобой мечтать об одном.
В тебе поместиться без остатка. Хочу молчать, хочу грустить, смеяться, плакать и влюбляться. Хочу в свое сердце тебя загрузить и никогда не расставаться. Слышишь, давай не лени, поменяй секунду в этом мире. Отпускай, ты моя, забывай. Впереди тебя что-то.
любовь, целовая, впереди тебя ждет твой самый лучший май. Спасибо большое. Ну, следующая песня особенная для меня. Я признаю все свои слабости. Иногда из крайности в крайность. Я знаю все свои прочерки. Путь, дорога разная. Напишу историю в очерке. Расскажу, что жизнь прекрасна. И оставлю все это доченьке. Уверена, она со мной согласна. Мужчина с бородой, красивый. Мне кажется, я его знаю. Вас случайно не Константин зовут? Сейчас мне бы хотелось на сцену позвать одну прекрасную девушку. И знаете, мне хочется сказать, что я проживаю безумно интересную жизнь. Она такая разная. Не всегда она гладкая, порой даже очень. Я счастлива, правда, я счастлива, я это ощущаю всей душой. И я недавно поняла одну простую вещь. Мне не нужно ничего никому доказывать. Потому что, мне кажется, я уже все всем доказала. Я просто наслаждаюсь этой жизнью, наслаждаюсь тем, что мы делаем. Тем, что делаю я, тем, что делает Ева, тем, что делаем мы с Евой. Тем, что мы теперь будем делать соли. И мне не нужно ничего никому доказывать. Я это делаю от чистого сердца. И от чистого сердца, с большой любовью, я приглашаю Еву.
большое. И поддерживала меня на моем сольном концерте. Очень сильно волновалась. Теперь я стою за кулисами поддерживать Машу на ее сольном концерте. Хотя она мне сказала, что я нарядилась, как будто это мой сольный концерт. Нет, это я сказала, это я вам сказала. Я нарядилась, я так, будто у меня сольный концерт. У меня нет другой одежды, поэтому я буду в этом выступать. Еще споем? Давай, мы, кстати, я вот стояла там и так, подпеть бы тебе там во всех песнях, как по привычке. Ну, появляются новые люди. Это вы бы была не ты. Девочки, вы прекрасны. Вы прекрасны. Смотрите на этих девчонок. Ну что, подождем? Споем? Останется навсегда с нами. Я задыхаюсь с тобой, ай, ой, ой.
Может, ты совсем пишешь такие красивые песни? То есть ты выпускаешь песню, потом думаешь, ну все, уже ничего лучше не может быть. И потом бац, ты выпускаешь новую, и она еще красивее, чем предыдущая. Точно так же. Но я для этого не сказала. Я знала, поэтому ответила. Это шутка. Так, ну что, я с вашего позволения оставлю вам Еву. Нам рассказать какие-нибудь интересные истории. Здесь есть люди, которые подумают, зачем нам Ева? Почему она здесь? Не подумают. Почему она здесь? Нет, на самом деле, все очень просто. Ну, во-первых, Маша мой продюсер. Она имеет на это право. А во-вторых... Ну, спасибо, что... А у нас еще не было. У нас появляется. Рома, можно спросить? А ну ты мне-то не отдавай, ты же можешь его унести, то ты мне все вручаешь. Ананас, но ананас-то потом сидим. Я хочу сказать, что в моем репертуаре есть песни, которые напрямую связаны с Машей. И так как это сольный концерт Маши, я бы хотела спеть только те песни, которые непосредственно связаны с ней. Спасибо большое, я скоро там вернусь. Да, Маша сказала, что у нее следующий... Ладно, что вы говорите? Можно сказать? Я не знаю, что ты хочешь сказать. Я хочу сказать, что у тебя следующий наряд будет красивее, чем этот. Наслаждайтесь. Маша, не плачь. Чувств.
Есть еще одна очень красивая песня, и перед тем, как я ее спою, я хочу сказать пару слов. Мне буквально за кулисами брали такое небольшое интервью и спрашивали о том, что как все началось, в общем, про песни и про все такое. И я поймала себя на мысли, когда отвечала, что до того, как Маша пришла в мою жизнь, я по-настоящему стучала в закрытые двери. Я просила помощи. Я сама писала, типа, хотя мне очень трудно просить. Ну, у меня характер такой, я не люблю просить, но я писала, говорю, пожалуйста, послушайте мои песни, вот мои песни. Спасибо. Как будто на канале «Россия один», знаете, это... Ладно, я постараюсь. В общем, я что хотела сказать, я писала, просила помощи, присылала свои песни. В лучшем случае мне отвечали, давайте, у вас получится что-нибудь. Когда получится, напишите нам. В лучшем случае мне вообще никто ничего не отвечал. И вот просто пришла девчонка, которая просто взяла и сделала для меня... Купила.
Ладно, не буду. Хотела пошутить, не буду. Просто вспомнила, какой марки у нас была вода, когда мы первый раз их угадали. Были здесь, помните, да? Рекламу не хочется делать, да. Есть еще одна песня. О тяжелых взаимодействиях артиста и продюсера. Мало кто знает, что это об этом песня, но вот я вам сейчас официально заявляю. Музыка наша. Песня об этом. Я хочу сказать, что после этой песни будет сюда Маша. И я знаю, что мы, скорее всего, услышим эти слова. Я хочу сказать,
сказать тебе, Маша, ты напишешь еще очень много потрясающих песен для себя, возможно, для меня, возможно, еще для многих артистов, потому что у тебя есть огромный потенциал, который никогда не закончится, потому что все, что ты делаешь от души и по душе.
Оля чуть нервничает, да? Я чуть нервничала. Вам нравится песня? Как песня? Ой, Мария, спасибо большое. Спасибо большое за ромашки, чьи ромашки. Спасибо огромное. Спасибо, там нас сегодня очень много цветов. Мы вас тоже очень любим. Очень. Спасибо вам огромное, друзья, за вашу поддержку. Огромное вам спасибо. Ну что, мне кажется, здесь у нас сегодня красивые, молодые. И вообще, кстати, вы знаете, красота и молодость, и возраст тут ни при чем. Самое главное — оставаться такими, конечно же, в душе. Споем все вместе, красивые молодые, с вашей позволения. Красивых молодых. У нас очень красивая песня.
Кстати, вы почти угадали. Близко. Ну что, песня, с которой, собственно, мы начали наше сотрудничество. «Два берега». Спасибо.
пожелать именно такой любви. Будьте спасибо большое. Будьте с вашим близким партнером, любимым человеком, будьте с вашими детьми, с родителями, с друзьями. Я желаю вам вот именно такой любви. А я желаю, Маша, всем такой любви, как тебя любят люди, которые пришли с вами. Что я очень хочу сегодня отдавать, и я знаю, что вы будете отдавать взамен. Вот я сейчас это ощущаю просто на 100%. Вы знаете, сейчас, наверное, может быть, это будет странно, хотя не странно. Вот я очень верю в энергию. Кто верит в энергию? Знаете, я хочу, чтобы мы сейчас все, каждый, кто здесь есть, загадал свое самое заветное желание. Я, кстати, уверена, возможно, у нас с кем-то и с многими желания будет сегодня совпадать. Я очень хочу, чтобы все, кто здесь есть сейчас, неважно, знакомы вы или нет, с вашими близкими, давайте возьмемся все вместе за руки и загадаем одно желание. У каждого оно может быть свое. И я уверена, что это сбудется. Пожалуйста. Можно так сделаем. Девочка, ночи, девочка, дура.
равно. Я по музыке от сердца, честный ночью. А эту песню я пишу ночью. Свобода слова, свобода мысли. Чем проще мы здесь, тем больше искры. Свет не быстрый, но такой точный. Стой, ставь, не мой брошу. Сольется до информации. Типа, что Спасибо большое.
все любят эту песню. Вот ребята. Мне кажется, это их любимая песня. Я вот, честно, очень удивилась. Ну, сыграем вашу любимую песню. Да? Давайте. I'm not afraid to die.
скрывать, что это очень волнительно, правда. Но... Но почему? Почему нет? Если да. Ну что? Я раньше посмотрела сегодня, ты меня не смотрела, ты сегодня. Мы сейчас позовем тогда Еву, чтобы она поговорила на полгода. Друзья, спасибо вам так много красивых людей, счастливых лиц, глаз. Спасибо вам огромное еще раз за поддержку. Это очень важно, на самом деле, очень ценно. И мы хотим дарить вам энергию, дарить вам позитив, дарить вам радость. Что, будем танцевать? Будем, да. А то время, да? Время. Тик-так. Oh, my.
потрясающий концерт. Благодарю за концерт. Начало чего-то очень красивого, начало чего-то нового. И, конечно же, всегда, когда наступает закат, обязательно случается рассвет. И что-что? Да и я вас очень сильно люблю. Вы просто не представляете, что мы сегодня с вами сделали, в хорошем смысле слова. Оля, пожалуйста, аплодисменты. Мы с вами растанцевались, а я бы хотела сегодняшний концерт завершить одной очень важной для меня песней, которая еще не вышла, но я очень хочу поделиться ей с вами.
девочки. Спасибо большое. Мы очень хотели говорить вам сегодня радости. Надеюсь, у нас это получилось. До новых встреч. До встречи в Питере. До встречи в Москве. Конечно же, я так думала, на площадке нас стало больше. Вы же придете? А мы стоим для вас. Спасибо.
Питере, в Москве и во всех городах, конечно же, нашей прекрасной страны. Спасибо большое! Спасибо! 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 Мы вас очень любим. Спасибо большое, ребята. Пойдемте.